Всем привет! С вами Женя Марс. Сегодня я приехал опять в одно прикольное место. Заброс на Хрустальную улицу. Я уже был здесь в начале недели. Тестил конверсол золота. Но видос будет чуть-чуть попозже. Потому что я просто сделал флопец. И, так сказать, засинил местечко. Сегодня хочется сделать побольше кусочек. Вот, так что подписывайтесь на канал, следите за выходом видосов. Скоро будут новые видосы. А мы погнали. Ищу себе местечко, где бы порисовать. Какую-нибудь более-менее чистую комнату найти. Выше этажом рисуют пацаны из основы. Попозже покажу вам их куски. Вообще огонь. Наверное, многие уже видели их. Сейчас найду себе комнату какую-нибудь просторную. Почему я не люблю особо такие стены? Потому что хром вообще не впитывается и начинает стекать. Приходится его вытирать. Ну, сейчас немножко минут 10-15 подождем. В принципе, уже почти высох. И можно будет контурить, работать с фоном. Такие дела.